If you want to know my secret, thank you.
You're on my hit list today, Octane Breath. We'll be right back.
Thank you.
A mine is a terrible thing. Thank you.
Remember, a mine is a terrible thing to waste. Thank you.
I love close-in combat. I've survived this long because I live by
The war's on, buddy. You'll never get off this track alive. Да. Алло. Алло, алло. Да, тебя слышно. Все-таки. Да, все-таки оставили меня там в комнате в покое. Так, ладно, сейчас потише тогда скайп сделаю. Вот как нам теперь так сделать? Я просто не знаю, как нам так сделать. Мы просто сейчас в магику играем. А, в магику ты играешь? Я Девлин и... М? В магику играете? Да, я говорю, я Девлин и Макс. Мы играем тут. Просто ну, так... я думаю, как ты эти... Я не знаю, вот у меня сейчас вот прогресс такой очень напряжный. Я дошел до четвертого этапа, вторая трасса. По четыре круга. Я не знаю, вот... ну, раз уж ты играешь в магику, может тебя не беспокоить вообще? В принципе. Да, играем мы втроем просто играем. А, вот Девлин подключился. Да-да, я просто не понял, думал, это сам, а что происходит вообще. Да ничего, особо, ну. У меня просто старый сложно удержание остался. Да, мне просто нужно написать, наверное, чтобы он зашел. Все. Секунду, он есть. Хотел вот конфу устроить, но что-то вышло как-то поздно. Это очень поздновато. Все никак. Так, вы черти, вы что тут делаете? Что-то у меня сдох. Да что-то заглючило самое. Я не понял, а чё, блядь, ты делаешь? Стоило мне ответить на... Блин, я а, сейчас... У меня сейчас вот последний херня занялась. Чё, у меня сейчас рерол какой-то? Да? А чё это? Ладно, я... Как не слышно? Не слышно? Да. Не, это там... Макс сейчас пишет, что-то не слышно. Может, он не зашёл? Ну, звонок, или? Блин, мне сейчас... Ну, скорее, может, не закрыл. Сейчас гляну, секундочку, сейчас верну. Конфа... Нету, вы все там, по-моему, зашел. Тут же можно... Тут же внутри игровой сейчас, по-моему, есть, да? Или нет? Ну, наверное, да? Нет, ну да. Нет, я у себя улучшил. Как ты мать писать-то? А, Enter, ё-моё. Я сейчас невероятную хуйню сделал. Сейчас, подожди, блядь. Дальше не будет. Так, я вот наложил мины, главное, двигаться. Они по статистике довольно-таки мощные. Так что все должно быть нормально, если я объявление проеду. А вот этого придурка, по-моему, можно кассу спиздить. Ой, там ничего. Трикер что-то в чате написал. Надо, кто помнит, игра 8-бит на космолете, вид сверху лазерами и шарами стреляет.
Не имею такой. А вот тут, кстати, забавная отсылка к этим Grams Workshop, нет, конторе, которая делает игры по Warhammer. Этот Games Workshop. Мочите того, который с гранатами. Долбите придурка с гранатами. Твою мать, блин, кто, блядь, меня камнем шмальнул? Блин, он меня сейчас замучит, кажись. Держаться до финиша. Ай, отстать от меня, уроды. Да хватит, прекратите. Меня вообще в жопу раздирают в тисках. Да, блин, прекрати шмаляться вообще камнями. Я поджигаю, тут стою, ребята, те, которые выходят. Мне кажется, что ты пару раз меня шмальнул камнем. Я один раз сначала что-то это самое случайно так. Мочите вон того ублюдка с этим, с бомбами. Да-да. Вот, а тут можно еще этот молот взять. Вот этот, который тут лежит. Тебе не нужен древний молот? Как ты его можешь взять? Молот. Как сейчас. Поможем. Во. Все, идем. Теперь у тебя есть молоток. Да уйди ты отсюда, ты сраная тачка. Ненавижу тебя, ты все загораживаешь. Ну, появился молот. А вот дальше ты уже не доходил, да? Блин, уходи, постой. Да-да, дальше, да, проходил. Да, блин. Ну, конечно, в лес я уходил, и все. Да-да. Mm-hmm. Алло. Да, все слышно. Бля, в меня чёрт только не стреляет, то с самолетами, то электрическими шарами, то огнеметом, блин, они готовы разорвать меня в клочья, лишь бы выкрыть. Ты до куда там дошел? Mm-hmm. Я дошел до половины четвертого. Осторожно! Этапа. Мужики, разойдись! Кстати, помню, на одном уровне баг можно это Влада спинить. Когда вот так. Блин, не доехал! Чуть-чуть не хватило, блин, чтобы доехать. Последний гон профукал. Наоборот, тебя очень громко слышно. Неужели ты? Очень. Нет, Ромарио, я говорю, очень громко слышно. Блин, это, кажется, ролл, ё-моё. Да, на меня гоблин напрыгнул. Потратил последний конт, прям немножко прям осталось, прям до этого ремонта. Блин, меня уши замочили там. Эх, блин. Макс, а мы с тобой проверяли, что нельзя скрещивать лучи, да? Ну да. Или можно? Так, можно, наоборот, не стреляет. Так, внимание, сейчас будет ролл. Такс, DOS. Ой, какой DOS? 3DO, 3DO. Прям тянет на DOS. Ой, господи. Так, 3DO. Сейчас, подожди. О, Dragon Slayer, отлично, то, что я и просил. Ужасно. Неужели? Ну, это я затащу игру по-любому. Ужасная игра. А чё, какая ужасная, нормальная игра, изначально она была выпущена в игровых автоматах. Не разу. Кстати, а там есть секретка. Да, вон там вот, наверх, спрайзи. Фух. Ну, с 3DO-то мне уже только повезло, прям Dragon Slayer. Это просто вообще. Как ладно. Так можно? Пожелал игрушку, она выпала. Везение, XD, блин. Чё-то читерство какое-то. Какое читерство? Кажется, ты нас найдёшь. Не-а. Так, записи все увидите. Там запись никогда не врёт. Ну да ладно, в общем, все, кто виделся, это до скорой встречи. Ожидается... О, это меч Линка. Кому нужен меч Линка? Ну давай, мне даже слов не хватает, чё, по этому поводу. Девлин, бери автомат, Нет, не тупи, бери пока нет. Все, заебись.
В общем, всем покеда. А что, мечминка стрелять? Да. А мы... Охуеть! Слушай, вы... Все, теперь мы вообще у нас крутая банда. Мы все стрелять умеем. До скорых всем встречи.